Двелф. Выражение «милый до безобразия» несомненно относится к двелфам. Эти коты как будто с Марса. Глядя на двелфа, люди говорят: «Боже мой, очень милый, но очень страшный». Нужно любить эту породу, чтобы любить их внешний вид. Свое название двелф странного вида порода получила благодаря маленькому росту и сходству с эльфами. Оно идеально им подходит, поскольку это очень маленькие кошки. Как и ее сложносоставное имя, эта кошка — помесь манчкина, американского кёрла и сфинкса, что придает ей самобытный вид. Но именно присутствие сфинксов в родословной обуславливает наличие самой выдающейся черты — меха. Точнее, его отсутствие. На самом деле они не полностью бесшерстные, но покрыты персиковым пушком, подобно замше. И у этих кошек есть очень редкая черта. У большинства кошек уши заостренные, а у двелфа — закрученные. Изогнутые уши, какие, согласно поверьям, бывают у эльфов, придают им забавный вид. Отличительный признак всех карликовых пород — короткие лапы. И как большинство карликовых кошек, задние лапы двелфов немного длиннее передних. Короткие лапы у двелфов от манчкинов. Отсюда же карликовость и длинное тело. Этот низкорослый кот — очень маленькая порода. Взрослый двелф обычно весит 2 килограмма, почти в 2 раза меньше обычного кота. Двелфы удивительны тем, что они не просто маленькие, а очень маленькие. Почти размером с котенка. Некоторые считают, что у двелфов характер собак. Иными словами, они общительные, любят людей и хорошо приживаются в семье. Но об этом преданном домашнем питомце ведутся споры. Некоторые ставят под сомнение этичность разведения маленьких кошек. Хороший заводчик будет отбирать пару для разведения очень тщательно, разводить кошек ответственно, и если результат окажется плохим, он остановится. Как и любую другую кошку, двелфа нужно брать у заводчика, для которого здоровье кошки превыше всего. И одна из хозяек двелфов особенно сильно привязана к этим кошкам необычного вида. Я люблю странных и необычных кошек. Когда у Сьюзан умер муж, она, как и многие люди, подумала, что кошка может стать для нее хорошим другом. Я взяла Йоду, потому что мне было очень одиноко, и я оплакивала своего мужа. Мы привязались друг к другу. Я снова начала смеяться и улыбаться. Двелф Йода живет с еще двумя бесшерстными кошками — Бомбиной и Эльфом. Но Сьюзен заметила, что по характеру Йода отличается от других кошек. Она не пугливая, не сторонится людей и даже приходит на зов. С того самого дня, когда она появилась, я знала, что она особенная. Мы подружились с самого первого дня. Йода меня очень успокаивает. Она как будто знает, когда я расстроена. Если мне грустно, она подходит и прижимается ко мне. Даже члены семьи замечают, как положительно влияет Йода на Сьюзен. Она любит, когда ей чешут животик. Я уверена, что Йода лечит мою маму. Она ей очень помогает. А еще Сьюзен нравится наблюдать, как Йода играет с ее внуками. Кэмерон любит Йоду. Ему нравится приезжать к бабушке, потому что здесь он может с ней поиграть, чему моя мама очень рада. Привет, Йода. Она любит детей, как бы они с ней ни обращались. Увидев, как спокойно Йода ведет себя с детьми, Сьюзен подумала, что Йода может помочь и другим детям, и стала готовить ее в лечебные кошки для детей, больных раком. Йода — идеальная лечебная кошка, потому что она спокойная, добрая и выглядит необычно. Ей нравится, когда ее прижимают к себе и гладят. Она очень любит играть. Семью Сьюзен коснулся рак, и она знает, каким тяжелым лечением может быть для детей. Сегодня у Йоды важный день. Это ее первый день в качестве лечебной кошки, и медсестры считают, что это необычного вида кошка, то, что доктор прописал. Детям она понравится, она восхитительна. Боже мой, и такая дружелюбная. Привет, как дела? Знаешь, как ее зовут? Йода.
Как она тебе? Она выглядит необычно. Когда дети принимают стероиды, у них выпадают волосы. Они тоже выглядят необычно. Ей у тебя хорошо. Может быть, это их сближает. Ей нравится. Химиотерапия пугает Чарли. Но она любит животных, так что... Йода очень кстати. Она умывается. Она настоящее животное, а я хочу заботиться о животных. Успех Йоды в качестве лечебной кошки открыл перед Сьюзан новые перспективы. Они были так рады ее видеть. Их улыбки подсказали мне, что нужно делать это гораздо чаще. Йода. Перед тем, как завести Двелфа, нужно знать следующее. Это достаточно здоровая порода, но у них могут возникать проблемы со скелетом. Могут быть разные нарушения, например, искривление позвоночника, так называемый лордоз или сгорбленная спина, что может вызвать другие отклонения. У них также так называемая воронкообразная деформация грудной клетки, впалая грудь, из-за чего могут возникать проблемы с сердцем. Эти бесшерстные коты – отличная компания. Но лучше не выводить их на улицу, потому что они легко могут получить солнечный ожог. Такую кошку нужно купать раз в неделю. У нее нет меха, который впитывал бы кожное сало. Оно остается на коже, и на него налипает грязь. Отсутствие шерсти не означает отсутствие аллергии, однако пылесосить не нужно, и это хорошо. Дружелюбная кошка Двелф с нравом собаки любит находиться среди людей и станет отличным домашним питомцем. Они наслаждаются жизнью, жаждут приключений. Итак, Двелф — игривая кошка, у которой могут быть проблемы с позвоночником и которую не нужно выносить на солнце. Несмотря на необычный вид, они отличные домашние питомцы.